Всем привет! С вами канал Артмания. И у нас утро начинается с занятий. Да, Дима? Занятий! А мама тебе знаешь, что приготовила? Смотри, новенькие крышечки мама тебе приготовила. Посмотри, крышечки какие. Это какого цвета крышечка, Дима? Голубое. Оранжевое, вот это маленькое вот. Доставал оранжевое вот это, посмотри. Здесь смотри, сколько оранжевых. Давай их посчитаем. Доставай. А это какого цвета? Крышечка. Голубой. Какого цвета? Зеленая. Да? Это синяя. А та маленькая какая? Посмотри. Закрывается, да? Нет, они закрываются. Это закрывается. Ну, каких цветов? Давай. Достань такую же вторую. Вот. Вот. Посчитай, сколько их? Два. Две крышечки, да? Четыре. А здесь сколько таких? Восемь. Одна, да? А это какого цвета крышечка? Синяя. Сколько их, посчитай? Один. И два, да? И одна красненькая. Да? Наша коллекция крышечек пополнилась? Какие мама тебе крышечки дала, да? Кто не знает? Ай-яй-яй, одна улетела уже. Мы уже занимались, показывала я уже все это. У нас вот такие вот крышечки. И есть еще вот такие вот фикс-прайс я покупала. Где? А вот. Камушки. Желуди, там, короче, листочки такие. Большие, маленькие желуди разных цветов. И также вот крышечки. Мы занимаемся с крышечками. Да, давай будем сейчас с тобой перекладывать. Да, складывай сюда теперь все. И будем перекладывать. Вот, да, и будем сейчас с тобой перекладывать. Давай. Ну, давай оранжевый сюда складывай все. Все оранжевые. Дима, только оранжевая. Вот, видишь, она оранжевая. Все оранжевые только складывай. Где лучок? Ну-ка ищи. Вот тут ищи лучок. Где ты у меня его только что показывала? Лук. Вот он лук, да? Да, лук. Вот он какой лук. А там найди мне. На фишках. Очень красивый. Зелененький, да, какой, смотри. Зелененький. Красивый лучок. Лучок. Красивый какой, зелененький, да? Сам по себе взял и вырос. Да? Ну-ка найди на карточках, где там лук? Ну-ка, 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 ты его только что находил же. Нет, нет, нет. Где? Вот он. Похожий лук. Вот он, похож. Да? Похож. Такой же, да, лучок? Вот он какой лук, видишь? Еще лук, да? Лучок вырос, да? Видишь, лучок. Вырос сам по себе. Зеленый стал, да? Видишь, мягкая, да? Мягкая, да. Лучок. Там, не надо туда лазить. Он растет, пусть растет, наверное. Не у каждой хозяйки увидите такое на кухне. Обсушка крышечек. Сейчас кажется, Наташа, ты с ума сошла? Что такое? Это я решила помыть эти крышечки, с которыми Дима с утра играл. У некоторых я увидела, что засохшее молоко. Я их еще собирала во время беременности. И как-то очень быстро я их так промывала, сушила. Как-то не до этого было. Вот, а сейчас я... Смотрите. Ай, ай! Что делать? Это падает. Перемешиваю. Не поверите, что. Здесь сухарики у меня в майонезе. Короче, я там делаю салат. Сегодня, кстати, был обзор на майонез у меня. Майонез вот. Рика. Я его покупала в светофоре. Вот. В этом майонезе, короче, я замачиваю сейчас свои сухарики. Я сделала сухарики. Так, где они у меня? Так, 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 так. А, вот. Сухарики. Да, тут куча всего, не найдешь. Это, кстати, корочки в кашу я положу. Посмотрела ролик, короче, чтобы мошка не появилась, нужно в кашу положить корки апельсина.
Вот они у меня здесь сушатся. Я, короче, их в ящике там разложу, чтобы у меня моль не появилась пищевая. Вот, короче, такие вот сухарики у меня. И как бы не кириешки. Кириешки, может, они более какие-то рассыпчатые, я не знаю. Ну, короче, вчера я тоже добавила в салат их. Это сухарики я делала сама. Они не все размякли. А когда они жесткие, мне неудобно кушать. Я не люблю так. Я решила их замочить в майонезе. Сейчас я еще чуть-чуть водичку, наверное, туда. Или попозже добавлю. Вот, и будем мы делать салатик. У нас как раз остался огурчик напополам с Димой. Помидорка осталась, капусточка. Вот, смотрите, какая у нас травка выросла. Смотрите, какая. Одна вот у нас высокая травка. Другая вот кудрявая, видите? Вот сейчас посмотрю. Смотрите. Кудрявая. А другая еще только растет. Посмотрите, какая трава выросла. Нет, не это. Не это. Сейчас мы с вами проберемся. Вот она. Птицы поют. В последнее время только замечаю, что в городе поют птицы. Мне всегда казалось, что только в лесу, где тихо. Вот она, травка. Смотрите, она уже высокая. Какая она уже высокая, надо же. Вот здесь вот, кстати, уже листочки у нас появляются. На улице классно. Такой аромат. Здесь где-то. А вот большой цветочек. Как листочек салата. Похож. Классно на улице. Ветерочек такой. Прям классно. Ой, сидим дома. Сидим дома.